А ты тоже хочешь попасть в новый видос школьника и стать самым крутым подписчиком? То тогда лайкай видос, пиши крутой комментарий и вуаля, все получится. Я в тебя верю. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, также Юрка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика, в общем-то, «Прячь и ищи». Здоровки, ребятки! Да, мы приехали в гетто, здесь у нас будет по 5 крутецких автомобилей. Собственно, ламборгини, драгстеры всякие, а также большие тачки на больших колесах. Ну и, собственно, ребята, опять же драгстеры и даже формулы. В общем, ребята, эти машинки будем мы прятать в определенной местности, а затем за 10 минут попытаемся все найти. А вы, ребята, давайте так, наберем 3000 лайков, сразу же пойдем записывать еще раз эту рубрику, если она, конечно же, вам понравится. В общем-то, все в ваших руках, а мы начинаем. Так, ребята, мы все отключили. Юрка уже погнал прятать первую точку, поэтому сделаем то же самое. Ламборгини надо сейчас куда-нибудь засунуть. Зона на самом деле большая, ну и придумать, я думаю, интересные нычки тоже можно. И кстати говоря, прямо на окраине, вот здесь мы оставим нашу первую точку. Я думаю, что Юрец вообще никогда не найдет ее. Поэтому, ребята, погнали продать следующую. Так, следующая моя машина — это вот такой вот огромный Форд. Я, кстати, знаю, как его мы сейчас спрячем, потому что у меня гениальнейшая идея. Так, отлично, я перевернулся, как бы. И, честно сказать, я думаю, вот здесь ему будет идеальное место, то есть дороги как бы не видно. Да и, в общем-то, он находится в гаражах, мягко говоря, да, отлично. Ребята, Юрка тоже погнал уже прятать вторую машину, ну а мы будем прятать третью. И где-то, знаете, наверное, да. Я вот сюда бы хотел, ребят, на самом деле его засунуть, потому как место действительно суперское, но заехать туда не так просто. И, ребята, вот так вот. Вот так вот, отлично. Да, в принципе, плюс-минус, я думаю, хорошее местечко, и как бы отсюда особо-то и не палится, да? Ну, палится, но не так сильно. А вот если с дороги посмотреть, допустим. А с дороги его вообще не видно, потому что, ребята, стоят кусты. Отлично! Ну, а мы погнали продать следующую машинку. Так, вот уже на очереди вот такой вот у нас лансер. Так, это у нас, да, это зона. Поэтому, ребята, погнали вот сюда куда-нибудь. Сейчас мы его засунем. Так, ребята, там есть мусорный как раз-таки бачок. Я думаю, что именно на нем можно подлететь. Да, 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 получилось. Тихо! Нет, 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 нет. Вот так вот надо спрятать машину. Идеально, идеально просто, ребята, идеально. Я думаю, Рец это не будет проверять, потому что оно сюда залететь, это, ну, нереально просто. У нас получилось, поэтому, ребята, я считаю, это офигенной нычкой. Ну и еще один драгстер у нас на подходе. Юрка только что погнал прятать формулу, поэтому, ребята, у меня есть немножечко времени придумать нычку. Короче, ребят, лучше не придумал, как оставить, допустим, его здесь. В принципе, такое, ну, не банальное местечко. И если заедет, то найдет, не заедет, то точно не найдет. Все, ребята, все точки мы спрятали. Сейчас возвращаемся к Юрке, дожидаемся и начинаем. Все, ребята, все точки мы спрятали, начинаем. А на все про все 10 минут, погнали. Куда прятал? Че прятал? Сильно, сложно, несложно. Че прятал-то и так понятно. А вот куда, это другой вопрос. На самом деле, да, действительно, здесь очень много нычек. В этот раз мы выбрали район интересный. Да, и я на самом деле тебе тоже придумал несколько офигенных нычек. Вот, и хотелось бы, конечно, все найти. Что, ты нашел что-то уже? Клоун непростой, клоун умный пацан, угадай, что я делаю. Ты куда-нибудь заезжаешь? Чтобы что-то спалить? Чтобы что-то посмотреть? Да, я думал об этом как раз таки. На свой чердак сейчас буду шеф-тезить. Я понял тебя. Это рабочая херня. Я понял тебя. Не, на самом-то деле... На самом-то деле я... проверяю окраину. И вдруг я что-то увижу. Вот это вот очень бы хотелось бы. Да ты собака, с третьего раза не заехал. Ты ж глупый клоун. Ты глупый клоун, поэтому я думаю, что ты не особо сильно и не прятал тачки. Поэтому я думаю, у меня все получится, как минимум. Сейчас что-то понаходим, поищем. Кто-то запрыгнул. О, нашел первую тачку. И шо?
Я нашел первую и тачку. Что мы тут имеем? Ну, кстати такое. Говоря. Это плохо. Слышь, подожди, у меня идея. Какая идея? Твоими глазами будем смотреть. Да? Ага. Я понял. Так, ладно, тут пока ничего. Ну, видишь, ладно, окей, хорошо. Так, а как отсюда выехать-то, по-твоему, а? Самое тупое, что я нихера не увидел. Серьезно? Ну такое, да. Это же меня только радует, как бы. Это не может меня не радовать, потому что, друзья, это хорошо, что ты нихрена не видел, и что я пока впереди на одну тачку. Это очень ну, как даже бы хорошо. Такое, такое. Слушай, я а две думал, минуты прошло уже. Замечу. И плюс-минус я где-то уже все просмотрел, да, плюс-минус, но именно этот райончик. Кстати, ребята, насколько сильно вы любите рубрику «Прячь и ищи»? Вот реально, вот напишите самое первое слово, которое приходит вам в голову. А, я думал, я тачку нашел. Вот, первое, что приходит вам в голову, просто напишите, вот там, не знаю. Конь-педаль. Радость там или еще что-то. Блин, опять думал, тачка аж напрягся. Вот, и это будет, конечно, круто. А, как минимум, потому что я... Мне интересно, куда ты машину попрел? Какого они там цвета были еще раз? Зеленого. Я буду этому почему очень почему я ни одной машины до сих пор не нашел? Мне вот это вот интересно. Я на самом деле тоже пока ничего не нашел, и это прям тоже напрягает. Это эти дворики, они прям напрягучие, гучие, отгучие. Ладно, тут есть... О, формулу нашел! Отлично. Вторая есть. Где хоть вторая машина тачка, есть. Алло. Я не знаю, ты, походу, сегодня не выспался. Нашел первую. Что, нашел? Так, ладно. Ну, не самый лучший автомобиль, это высокий джип. А, высокий джип. Ну, такое, действительно, он не самый лучший, но почему бы нет, как говорится? Почему бы нет? Ладно, ребята, осталось не так много машин. Я думаю, ты где-то больше ничего не спрятал, поэтому поехали дальше смотреть. Или спрятал что-то где-то. Может, а ну-ка, признавайся. Может, не спрятал. А ну-ка, признавайся. Ася, а ты машину ставил так, чтобы туда заехать, можно было и выехать без проблем, правильно же? Так, что я увидел вдалеке, ладно, вторую конечно. Тачку вроде нашел. Конечно, да. Так и есть. Так и есть, как бы, да. Я пока не вижу ничего на самом-то деле, это прямо такое себе напряженка. Я вторую нашел, я камбэкнулся. Жонка, напряженка, так. А, нашел третью. Так, а у тебя сколько машин? Тоже две, да? А, у тебя три нашел уже. Да, Бугатти нашел. Красиво поставил, ничего не скажешь. И мне больше всего нравится, что... Блин, что? В той стороне ничего не было. Это, я думаю, как так вообще? Да, есть такое. По-любому. Нычки интересные. Нычки очень интересные в моем случае. Слушай, ну и мне осталось всего-то две машины найти. Как бы очень все хорошо. Хорошо иду пока что. По времени 4:20 прошло. А две машины, ну я думаю, я смогу найти сегодня. Я очень на это надеюсь. А, это вроде как уже окраина зоны, действительно, да. И тут ты пока ничего не спрятал. Ну такое, да такое, я пока максимально такое. Не понимаю, куда ты позасовывал тачки. Тут тоже ничего нету. Ну, не понимай, как бы. Не понимай, я же запрыгнуть не на высоту здесь, ну как бы, такое. Невозможно. Не понимай. Так, это... На самом деле, если ты тоже куда-то вот, если... О, нашел! Четвертую тачку нашел! Супер. Слушай, вообще, ну, меня это радует. Изи стояла. Супер, супер, супер. Осталось всего лишь 5 минут и на поиске всего одна машина, ребята. Это не может меня не радовать. Тормозит, дурная. О, капец, ну, налетаю. Везет. Мне не просто везет, мне завозит. Да пошел ты в сраку, завозит. Я нашел тачку там, куда заехать нельзя. Алло, как ты ее засунул? В смысле? Туда? Какую Прямом. Именно? Что за тачка? Лансер. Посмотришь на ролике, я ее закидывал долго. Я вот именно туда залетел. Интересная откуда? Нычка, согласись. Ну вот я туда залетел. Ну по касательной откуда? На предмете. Чего? На предмете я как раз таки прыгнул. И меня закинуло сначала на крышу гаражей, а затем я уже и собственно туда скатился. Как бы ничего понимаю. Сложного, я все сделал. Все сделал по красоте. Ну я, а ты думал, что легко будет? Не, братишка, я на самом деле ну, попотел. Ну не настолько же, алё, дядь. Я на самом деле попотел. Я тоже Драксер мог закинуть в рай господню, ты бы её там не нашёл никогда в жизни. Ну так. Ну не закинул же, а я закинул. Кто умнее, Димка умнее. Не, настолько будешь жестить, ну ладно. О, нашёл последнюю тачку, всё, пятая есть. Пятая есть, чисто, короче. А как ты заехал-то? А, ты с этой стороны заехал, получается. Понимаю, ну а у меня, в общем-то, неплохо.
Как бы сказать-то неплохо. Так. Угу. Понимаю. Ага. То есть ты нашел тоже мою тачку. Я понял. Максимально одинаковые нычки у нас были с тобой, с Дракстером. И твоим Дракстером. Вот. Но да, нормально. Слушай, остается так, у тебя... Две, даже три с половиной минуты, поэтому давай посмотрим. А что ты не нашел? Что-то не нашел. Так, это получается раз, два, три. Мне больше интересно, почему здесь ничего не видно. А, тебе еще две тачки надо найти. Нифига, много. Слушай, много. А, так, я, а знаете, вот одна находится. Есть? Работает, пацаны. Просто работает, посмотрите. Отлично. Понимаю. Так, а где еще? А, нашел что-то? А, да. Понял. Ну, это интересно было. Я хотел сюда заехать, но что-то не стал ехать, думал, ну, типа, не зона. Да, понял. Но интересная нычка, согласись, да, как бы. Не, она зона, она как раз-таки на окраине зоны находится. Вот. Но осталась последняя тачка. На самом деле я знаю, где она находится. И найдешь ли? Если ты, конечно, найдешь, то будет плохо, потому что балл будет ничейный. А я хочу забрать балл, даже подсказывать тебе не буду. Даже не будем играть горячо-холодно. Поэтому тут уже пеняй на себя, на свои силы. Осталось у тебя 2 минуты 10 секундочек. Только 5 было уже 2 минуты. А, ну, время идет, ты не в зоне катаешься, я так могу подсказать тебе. Вот, и как бы, братанчик, да. Сегодня прям я был в ударе. А быстро вообще нашел твои тачки? Прям очень быстро. Ну, нормально тогда, да. Так, а тут ты, ну, тут, да, наверное, должно быть что-то мое, наверное, да. Вероятнее всего здесь вот. Вот тут вот, скорее всего, тачка есть вот слева, да. Вот заезжаю слева, я думаю, по-любому будет. Не будет, да? Гаражи, ты думаешь, не гаражи. Будет? Только ты опять внизу не делаешь. Остается 1.5 минуты у тебя. Давай, давай, давай. Старайся. Блин, дать тебе подсказочку или нет? Вот мне интересно. Дать ли подсказочку? Не, не буду давать тебе подсказочку. Может, если минута останется, дам подсказочку. В начале просто где-то. Может быть здесь, я не спорю, может быть. А может и не быть, как говорится. Кто его знает теперь? Никто не узнает, никто не поймет. Ну это понятно, это логично. Да, остается 20 минут у тебя, братанчик, даже чуть меньше. Ага. Да ну. Да ну. Ну не получилось, ладно, бывает тоже, как говорится. Сам ты кусок. Отлично. Отлично, 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 отлично. Нашел. Нашел. Я, блин, уже напрягся, когда сюда подъезжал. Самое тупое, знаешь что? Я здесь катался и я забыл. Не обнаружил сначала, да? Зеленая. Я понял. Слушай, ну получилось так, что 9 минут вышло, и ты нашел все тачки, я тоже бал ничейный, а нам пора отправиться тогда пройти первое испытание. Ну, давай попробуем. А первое испытание — это драг-рейсинг, ребята. Две заряженных тачки, два маслкара. Кому улыбнется удача, сейчас мы узнаем. 3, 2, 1, погнали! Нифига, на разгоне одинаково. Шлифован. На разгоне одинаково. Ну уже! Раскрывайся! 540 перешагиваем, нет? Да. Я ухожу. Раскрывайся! 400 разогнал! Догоняй? Нет? Сколько едешь? Че по скорости? 480. 450 было. 495 в удар. 454 вроде у меня было, и да, я не догнал. 492, это сильно. Блин, обидно. Не, у меня был чит, на котором я тебя точно выиграл, но мне интересно было посмотреть именно вот эти драгстеры. Отлично, окей, хорошо. А мы тогда отправляемся на следующее испытание. Итак, ребята, следующее испытание — это дерби. До двух побед, погнали. Бугатти против Ламборгини. Попробуем, узнаем сейчас. Проверим. Ну, такое. Такое? Ну, такое. Такой, ну так. Давай, да. давай, падай! Да, ты пингующий! Я живой еще? Я еще пока живой. Ты когда на машину заезжаешь, рвет ФПС. Я помогу тебе, подожди. Подожди, постой. Ах ты, туфель! До свидания. Да падай ты сегодня уже! Я офигеть, да, повезло тебе с тачкой на самом-то деле. Угу. Не что придумаешь? Скорости. Срезать тебя. Не получилось. А, капец, да. При ударе ФПС рвется жестко. Ай-яй. Да блин, я сам виноват. Ладно. Хорош. Держался молодцом, и в итоге, да, поехали. Что-то пошло не по плану у меня. Ну ничего страшного, сейчас все будет. Сейчас мы все реализуем. Давай еще раз. Сейчас мы все отбракуем. Да куда?
Да куда? До свидания. Как и у тебя. Все получается. Воуч. Сейчас я тебе по мордасам надаю. По мордасам на макасах! Блин! Я назад отъехал. Залез, да. Я залез на тебя, и ты меня вытащил просто. На самом деле шансов у меня не было, но лопата зарешала чуть-чуть. Да, обидно. Вот, ну, первый раз, да, я сам ошибся, а здесь прям вообще повезло, повезло тебе. Ладно, ребята, у нас остается последнее испытание. Ну и последнее наше испытание, это управляемый спуск с горы Чили. Проверим наши тачки, кто доедет дальше, вот, и, конечно же, желаю тебе застрять где-нибудь в сосне. Че? Надо бы я так-то прыгнул. А, нормально. О, застрянь там, останься там. Ты остался? Нет еще, давай. Да ты остался там, оттуда невозможно выехать. Давай, я жопу раскачал нормально. Самое тупое неприятно было, что там камушек обычно лежит, я в него немножко врезался. Обычно жопу качает, а ты раскачал ее. Да. Понимаю. Серьезно. А у тебя не пингует? Нет. Серьезно, он так врезается неприятно максимально. Серьезно, блин? Слушай, а он жопа едет. Не си... Че? Ты как вообще умудрился здесь остановиться? Понимаю. А я дальше при этом понимаю. Ладно, ребята, на этой замечательной ноте мы будем заканчивать. Такая серия у нас получилась, я очень надеюсь, что она вам понравилась. Тёлки? Натуре. Да. Натуре, у меня, короче, на козырьке тёлка. Думаю, что за? Понимаю. Чё за? Ладно, ребята, вот такая вот серия, все. Спасибо всем огромное за просмотр, всем удачки. Вот, хэштеги там не скидывайте, тайм-кодики тоже, чтобы тёлку не увидели другие люди. А вот, кто досмотрел, молодцом, а мы прощаемся, всем пока. Пока, ребята.